Сахарная свекла является одной из приоритетных сельскохозяйственных культур в Жамбылском регионе. На землях Шуского района трудоемкую культуру выращивает товарищество с ограниченной ответственностью «Кызылша жер» с последующей переработкой. В этом году товарищество увеличило посевные площади сахарной свеклы до 765 гектаров. Собрать ожидается 50 тысяч тонн урожая. В планах хозяйства освоить в Жамбылской области порядка 30 тысяч гектаров земли под сахарную свеклу. Мы в этом году посадили 765 гектар сахарной свеклы, 667 гектар кукурузы на зерно. Посадили разные овощи, это сладкая кукуруза, это сладкий перец, это брокколи и цветная капуста. Также мы посадили в этом году зерновые культуры, это ячмень 1113 гектаров, также мы посадили софлора 700 гектаров. И самое главное, мы посадили в этом году экспериментально картофель на площади где-то примерно 116 гектар. Одна из особенностей хозяйства – современная оросительная система. Вода из проложенных вдоль поля каналов поднимается в дождевальную установку, которая потом рассеивает влагу, имитируя дождь. Такая система позволяет эффективно выращивать сельхозпродукцию даже в зоне рискованного земледелия Шуского района. Мы в этом году, в 2021 году, построили ирригационные системы на сумму 4 миллиарда тенге. В эту структуру входит ирригационные дождевальные машины компании «Вальмонт», 54 километра трубопроводных сетей, огромная насосная станция, аванкамера на 7,5 тысяч кубометров воды. Эта система на сегодняшний день себя очень успешно проявила. Мы целый поливной сезон работали на этих системах, поливали свои культуры. Капли поступают под низким давлением непосредственно к культуре. Кроме того, дефицит влаги на неорошаемых участках препятствует развитию сорняков. Отсутствие сорняков экономит питательные вещества в почве. По сравнению с поверхностным поливом, такая схема орошения меньше размывает почву, щадит посадки и способствует равномерному увлажнению почвы на нужную глубину. К тому же, дистанционное управление дождевальными установками экономит аграриям время. В целом, если говорить об ирригационных системах, это водосберегающие технологии, которые мы применили одними из первых в данном регионе. На следующий год мы планируем установить дождевальные машины на площади около 2000 гектар. Мы убедились, что система работает очень эффективно. Мы в этом году не испытывали проблем с поливом. К тому же у нас в данном регионе, где мы работаем и выращиваем свои культуры, есть водохранилище, есть Тасуткельский магистральный канал, есть гарантированный объем воды, и поэтому мы успешно завершили этот поливной сезон.